Команда Н25-я поликлиника, где Андреевна Нима. За допинг и начал отвечать за строительство. Первый день работы вице-президента строительства. Выше, выше, левее, ниже, готов. А Виталий Леонтьевич, а стадион куда? Мусорку выкинь. Да вы... да вы сговорились, что ли? Ася, уйди отсюда. Аня, может, хоть ты нас чем-то порадуешь? Девочки, девочки, мне кажется, я... влюбилась в ведущего. Но я совсем не знаю, как ему об этом сказать. Ну, Аня, мы команда, ты иди, мы тебе подскажем, что говорить. Ну, короче, скажи, что ему он симпатичный, красивый, ну и мужественный. Ты Путин. Не, это никуда не годится. Лучше покажи ему, что ты баба с характером. Ну чё, где твои чистые пруды? Нет, Аня, ты должна показать ему, что он не такой, как все. Молодой человек. Слушайте, а ваш парад случайно не запретили? Ася, что ты делаешь? Я подкатываю. Оказалось, что вас прокатили. Ну, ладно, тогда песня. Он подарил мне любовь, он разучил меня смеяться. Я удалилась из Инстаграм, когда вышла за дагестанца. Нет, девушки, это никуда не годится. Мы медицинская команда и должны оправдать доверие вуза и зрителей. Да все под контролем!
Машинку припаркуй, пожалуйста, только без царапин. Всем привет, всем привет! Меня зовут Тася, и сейчас... Ну, без царапин, ёлы-палы. Второй раз спрашиваю. Понаберут из ПТУ. Всем привет, всем привет! Меня зовут Тася, и с вами медицинский стендап. Если вы думаете, что профессия врача чистая и непорочная, попробуйте доказать это проктологу. А еще моя фамилия Макарчан, и знаете, если все в детстве учили скороговорки, то я просто пыталась произнести собственную фамилию. И именно поэтому я стала логопедом. Представьте, классные плакаты по всей Москве. Клиника у Макарчан. Если вы не можете произнести мою фамилию, тогда вам к нам. Записывайте. 8-915. Ася! Ладно, в другой раз. Похоже, нам пора заканчивать. С вами была команда 25-я поликлиника. Заходите к нам в гости, но не забывайте бахилы.